Новый уровень молодежного экстрима. Парковки нижегородских торговых центров превратились в место, опасное для жизни. Погода для дрифта сейчас просто идеальная. На асфальте появился тонкий слой снега, льда и воды. Все скользит. И вот при таких условиях нижегородские дрифтеры сделали и без того опасное занятие еще более экстремальным. Диман, погнали! У нас сноуборда, блядь, но только лучше будет раз в 100. Для города, для площадок, вот таких же мальчишек, как он, тоже катается. Вот это покруче будет. Это опасно, в этом и есть весь адреналин. Ну, это наша атмосфера. Мы этим дышим, живем, вроде, как бы, товарищ инспектор все равно ругается, но нам хочется вроде как бы первый снег и поскорее покататься. ГАИ ДПС, если это будет авария, тогда вызовем. Так. А я что, должен, значит, водителю говорить, чтобы он так не ездил? Ну, не можем мы запретить таким людям, как бы каждому, как говорится, поставить. Не хватает наших силов на это нам все. На самом деле все круто. Задница болит ужасно, но это такой кайф, ребята. А не боишься под машину залететь в следующий, который идет за вами? Не, ребята, профессиональные водители, куда нам бояться-то? В том году пробовали на ледянках, на детских, потом начали ставить баллоны, ну, от автомобиля. Ну, с баллона быстрее слетаешь, вон, девчонка, может, на них больше подкидывает, чем на это. А на это ставил ноги, держишься аккуратненько и попер. Все-таки зима пришла наконец-то у нас. Как снег выпадает, сразу сюда. Как видно, даже снегоуборочная техника не чужда дрифту. Но что касается законности происходящего, то, как сообщили сотрудники ГИБДД, наказывать с точки зрения нарушения правил дорожного движения здесь не за что. Водители находятся не на дороге. Однако, если полицейские подобные игры замечают, то разгоняют подобных любителей экстрима.